стихи Квасира? Мне они не очень, но все равно куплю. У тебя пестрая подборка сокровищ. Тюр много где побывал, да?
Если эти гномьи вещи ты отдашь мне. Нам мама и папа арканы надели. И ходим на свету лететь повелели. Мне не послышалось, это правда? Да. Ugh!
когда-нибудь кончится. Я вот! Обойди блок! Холодно? Ты как? Твои стрелы! Обойди блок!
Yeah.
Молодчина, брат. Как видно, вороны, дети, тоже рады такому исходу. Неужели им никак нельзя помочь? Но мог бы кто-нибудь вернуть их души, если бы был способ это сделать? Боюсь, что нет. Для этого нужны их души в изначальном виде, целые, не извращенные. А, но все равно мы сделали что-то хорошее. Да, сделали. Буду признательна, если эти гномьи вещи ты отдашь мне. У меня лучший товар. И все это мне одной? Если не понравится, просто верните. Моя лавка открыта. Здравствуй, Лунда. Начальника, а вот и он, тот, кто усмирил Гарма. Мои поздравления. А вот этот умен не по годам, по глазам видно.
Все малыши наконец-то под защитой и в новом доме. Я вам так благодарен. Можно было и побыстрее. Ты искал потомство дракона. Зачем? А, чтобы избавиться от гнета одиночества, конечно. О, какая удивительная откровенность. Обычно я не так откровенен, но, видимо, вы объяснили невротику, что надо, как это, не обращать внимания на то, что о тебе думают, да? Так что разок проявлю перед вами свою слабость. Нужда в близких не слабость. Ничего себе! Я никак не ожидал подобной эмоциональной чуткости от вас. Мне все равно. О, да. Как мы славно поболтали. Так, что же нам еще обсудить? Рататоск, хочу спросить. Ты сказал, у древа были на тебя планы. Чем именно ты тут занимаешься? Совершенно всем, мой головастый друг. Я поддерживаю стабильность и баланс миров. Слежу, чтобы все было под контролем. И, конечно, забочусь о мировом древе. Слушаю его и удовлетворяю нужды. Ты говоришь с древом. Древо не говорит ни на одном языке, но ясно дает понять свои намерения. Да, я понимаю, я кажусь с приветом. Простите за подобный лексикон, но это так. А сейчас оно что-то говорит? Говорит, хватит задавать тупые вопросы! Пакостник, что за тон? Но да, оно и впрямь говорит что-то подобное. В общем, до новых встреч. Ты не понимаешь? Разговор окончен. Вам просто нравится звук колокольчиков? И правда, звучат очень приятно. Олени едят свой корм. Все так, как говорил Рататоск. Может, он правда пытается стать лучше? И хорошо. Тут еще один разрыв. Yes!
Осторожно, сзади! Еще раз. Типа! Почти вышло. Лесса, Тифа! Лесса, Тифа! Еще один раз. Я тоже рад. Приятно исправлять свои ошибки. Пойдем, скажем, Хрёсвельк? Пожалуй. Oh!
Что они закрыты. И никакой награды, увы, мы не получим. Мы не ждали. Советую не задерживаться. Она все же пожирательница трупов. Ладно. Да. Пойдем.
Ко! Я могу заточить этот топор. Дерево рубит отлично, а кость еще лучше. Сейчас будет магия. У меня часто бывают новинки.